знаешь, что Сембюль? Боишься чего-то? Еще как. Мне неспокойно, госпожа. Ибрагима Пашу будет ошибкой недооценивать. Он уже много лет великий визирь и Сираскер. Кроме того, не думаю, что он решился бы на такую низость, как убийство повелителя. Почему? Он так переживал о нем. Расстроился не меньше, чем вы. Сюмбюляга, не стоит верить всему, что видишь. Истинное свое лицо злодей скрывает. Госпожа. Хюрем? Вот уж не ожидала тебя увидеть. Приятно, что мне так рады в этом доме. Оставь все эти игры. Зачем пожаловала? Слушаю. Ибрагим Паша дома? Нет. Разве ты пришла к нему? Именно. Занялась своим вакфом и зашла к Ибрагиму за советом. Вы ведь помните, месяц Рамазан уже скоро начнется. Я дала Афифа Хатун кое-какие указания по подготовке. Кроме того, деньги из вакфа я планирую частично отдать на нужды благотворительности. Решила, что таким образом ты искупишь свои грехи? Ваша ненависть ко мне затмила вам глаза. И вы не видите истинного грешника. Кого же? Если ты имеешь в виду Ибрагима... Он идет по темному пути, госпожа. Темнее ночного сумрака. Что ты пытаешься сказать? Паша подозревается в серьезном преступлении. Так что над вашим дворцом повисли грозовые тучи. Попридержи свой язык, Хюрем. К отравлению нашего повелителя Ибрагим не имеет никакого отношения. И не может иметь. Ты поняла меня? Как ты можешь бросаться такими обвинениями, клеветать на человека, занимающего пост великого визиря империи 14 лет? А вдруг это правда? Возможно ли делить с ним ложе, когда есть такие подозрения? Аллах. Идите за мной. Смотрите в оба. Паша! Паша!
Помоги, Паша! Охрана! Ждите здесь. Принеси все, что найдешь, чтобы перевязать раны. А вы за водой! Следите, чтобы туда ни одна птица не залетела! Вы двое охраняйте дорогу. Все. Вставайте. Все в порядке, Матракчи. В порядке. Со мной все в порядке, да. Что произошло, Паша? Кто это? Как ты сюда попал? Хатиджа Султан меня вызвала. Как только вы ушли, она забеспокоилась. И не без оснований. Кто на вас напал, Паша? Тот, кто меня сюда позвал. Кто же? Неужели? Госпожа. Сюмбюляга, как все прошло? Я виделся с Перчемом, и он сказал, что великого визиря Ибрагима Пашу следует искать среди мертвых. Поговорил с твоей матерью. Она против отъезда Мехмета. Не хочет расставаться со своими любимыми детьми. Это так. Но Мехмед счастлив, он улыбается. Ну а ты, Мехримах, отчего вдруг перестала улыбаться? Да. Сулейман, ты меня звал к себе? Здравствуй, Хюрем. А мы тут беседуем с Мехримах. Повелитель, позвольте мне вернуться в свои покои. Ступай. Матушка? Мехримах. Где ты была? Заглянула к Хатидже Султан. Рамазан уже скоро, надо начинать готовиться. Ибрагим тоже там был? Нет, его не было. Паша занимается расследованием моего отравления уже давно. Но что-то не очень у него получается. То есть преступники настолько хитры, что их невозможно найти? Мне не верится, что Ибрагим как-то причастен к моему отравлению, Хюрем. И хватит об этом. Ты ведь его обвиняешь, потому что вы всегда были врагами. Вы мне не верите. Я хочу, чтобы вы прекратили враждовать, Хюрем.
Ты для меня значишь очень многое. Но пойми, Ибрагим тоже мне дорог. Я сам никогда не дам ход подобным грязным и голословным обвинениям. И не позволю, чтобы другие на него клеветали. Да. Ибрагим, что с тобой? Садись, я пошлю за лекарем. На Сухофенде перевязал мне рану, повелитель. Теперь все в порядке. Спасибо за заботу. Но что случилось? Я попал в подлую ловушку, повелитель. Все мои лучшие люди убиты. Кто он, Ибрагим? Кто это сделал? Кто посмел так вероломно поступить с моим великим визирем? Хюрем, ступай к себе. Поправляйтесь, Паша, да поможет вам Аллах. Благодарю вас, госпожа. Как видите, я не очень-то спешу попасть на тот свет. Повелитель. Госпожа. Перчам ага принес ошибочные новости. Я это знаю, Рустем ага. Паша у повелителя. Он сообщит, что это дело ваших рук. Нет, не сообщит. Но нам следует быть осторожными. Пока что не станем ничего предпринимать. Жди от меня вести. Оставьте нас. Госпожа. Ты не оставляешь следов и думаешь, что все сойдет с рук? Очень удобно, никто не сможет указать на тебя. Госпожа моя, вы опять гневаетесь. Лучше присядьте и успокойтесь. Держись подальше от Ибрагима, Хюрем. Иначе я тебя задушу своими же собственными руками. О чем вы говорите, не понимаю. Все ты понимаешь. Ибрагима ты пыталась убить, и мне об этом известно. Вы подозреваете меня, госпожа, но ведь у Паши очень много врагов. Никому не удается так хорошо наживать их, как ему. Хм. Уж ты бы молчала. Я уже говорила вам об этом. Паша на темной дороге. Вместо того, чтобы идти с ним, осветите его сиянием своей души. Паше высокомерие настолько затмило глаза, что он не видит у себя под носом огромную черную пропасть. Эта пропасть разверзлась и для всех членов правящего дома. Пропасть — это ты, Юра. Засасываешь, как грязное болото, всех, кто в твоем окружении. Но настанет время, и болото высохнет. Назлы, где Мехримах? Я ее сегодня не видела. Утром госпожа в хамам ходила. Сейчас, наверное, в своих покоях. Сказать, что вы ее зовете? Нет, я сама пойду к ней. Госпожа? Кирас ага. Вы хотели видеть шахзаде Мехмеда, но он еще не вернулся во дворец. А Перчем ага, они вместе собирались на верховую прогулку. Шахзаде уехал с Ибрагимом Пашой, госпожа, на верфи к Хызеру Хариддину Паша.
Что ты сказал? Мехмед говорил мне, что он поедет кататься на лошадях. Простите, но мне так сказали у него, госпожа. Госпожа, вы меня... Что я тебе велела, Симбюль? Этот разговор у нас только вчера был. Что случилось, госпожа? Мехмед, где он? Ну, ответь мне. С Рустемом Амагой, а не в саду. А Кирасага говорит другое. Что Шахзаде с Ибрагимом Пашой уехал, и его нет дома. Они отправились на верфи к Хызыру Хайреддину Паше. Госпожа, этого не может быть. Я только что видел Хайреддина Пашу. Он к Ибрагиму Паше как раз приехал. Но я сказал Паше нет. О, Всевышний. Мехмед, сыночек, они что-нибудь сделают с ним. В какой Санджак я поеду? Это будет решать повелитель Шахзаде. А у вас есть пожелание какое-то? Я бы в Амасью хотел. В Амасью? Амасья — большой Санджак. Очень важный для охраны наших восточных границ. И для приобретения серьезного опыта Шахзаде. Красиво здесь, да? Да, великолепный вид. Раньше, когда было больше свободного времени, я часто приходил сюда подумать, отдохнуть. Госпожа. Я к повелителю, доложи ему. Повелителя нет, госпожа. Нет, а где же он? Не могу знать, госпожа. Рогу! Хасыки Хюрем Султан Хазрет Лири! Госпожа. Перчемага здесь? Он с Шахзаде и Ибрагимом Пашой уехал. Госпожа. Рустемага, Мехмед исчез, они убьют его! Никто на такое не пойдет, успокойтесь. С Ибрагимом Пашой они поехали. Сказали, что на верфи, но их там нет. Это ложь! Где Перчемага? Куда они делись? Ага. Ты знаешь, где они? Знаю, ага. Шахзаде, прошу вас, осторожней. От Мустафы есть вести? Да, у него все хорошо. Шахзаде Мустафа счастлив, что у него такой брат. Ведь вы спасли его в Манисе от смертельной стрелы. Мустафа тоже бы так поступил. Не сомневайтесь, Шахзаде. Скоро кончится эта прогулка. Да, у Паши встреча с послом. Ему пора уже возвращаться. О, Аллах, спаси и сохрани мое дитя, молю тебя. Аминь, госпожа, аминь. Скорее же, быстрее! Быстрее там! Гоните! Бисмилляхи рахмани рахим. Что такое? Я узнаю, госпожа.
госпожа. Рустам-ага, что случилось? Почему встали? Вот здесь это место. Госпожа, не хотите? Мы поищем. Нет! Синдерега, уведи госпожа отсюда. Нет! Да отпустите! Мехмед! Мехмед! Мерчемага! Госпожа? Сулейман. Хюрем? Аллах, что случилось? Мехмед. Что с тобой? Мне сон, кошмар ужасный приснился. О, Аллах, благодарю тебя. Кто же спит днем, матушка? Задремала. Другой кафтан. Мне его подарил сегодня Ибрагим Паша. Ибрагим Паша. Госпожа, даже если я сейчас задушу тебя своими руками, я не успокоюсь. Силёнок не хватит у тебя, чтобы меня убить. Ты не поняла еще этого? Это наше с тобой дело, а детей моих не тронь! Я ведь говорил то же самое, когда моя дочь у тебя была. Это же другое! Ах, другое! Помнится, я тебе уже говорил о разнице между орлом и голубем. Полагаю, теперь ты эту разницу поняла. Я всегда делаю то, что мне надо и когда мне это надо. И никто мне помешать в этом не сможет. Особенно ты. Не надейся. И, кстати, заруби себе на носу, что я никогда не пролью кровь невинного человека. А уж Шехзаде тем более. Наоборот, я жизнь отдам свою за Шехзаде Мустафу. И также Шехзаде Мехмеда защищать готов. Если придется и от тебя, и даже от самого повелителя. И знаешь почему?
Шехзаде – это будущее нашей страны и великой османской династии. Понятно тебе? Мы с Ибрагимом Пашой гуляли, много разговаривали. Я до своего отъезда в Санджак при нем буду. Он за это время мне подробно расскажет все, кто чем заниматься должен. Я буду наблюдать, как готовится к новому походу. Хорошо. Итальянский поход для нас очень важен. Ведь Рим – это сердце неверных. Истамбул когда-то им был, а теперь он наше сердце. Из соизволения Аллаха армия ваша, я уверен, и Рим покорит. Иншаллах. Ибрагим Паша на суше, Хайреддин Паша на море, непобедимые полководцы. С ними мы одержим еще очень много побед, отец. Если Аллах захочет этого. Если Аллах захочет. Да. Повелитель. Шехзаде. Да, Ибрагим. Мехмед тут о тебе и о Хызыре Хайреддине Паше говорит. Уверяет, что вы непобедимые полководцы. Благодарю, Шахзаде. Наша непобедимость, повелитель, зависит полностью от вашей воли. Шахзаде Мехмед – горячий страстен. Уверен, он больше нас преуспеет в ратном деле, благодаря острому уму и своим дарованиям. Иншаллах. Ибрагим. Но что эти изменники, которые хотели тебя убить? Ты уже нашел их? Клянусь, мы не знаем, госпожа, где Шахзаде Мехмед. Нигде его нет. Мы всюду искали. Значит, плохо, Сюмбюляга. Искали. Немедленно найдите. Госпожа. Матушка. Мехримах. Мехмеда нашли уже? Что с ним? Ничего, дорогая. А Сюмбюляга говорит, его нигде нет, не могут найти. Не волнуйся. Мехмед сейчас у повелителя. О, Аллах, наш защитник небесный, благодарю тебя. Как он, как наш Шахзаде? Все хорошо, госпожа? Да, Сюмбюляга. Хвала тебе, Аллах. Выходит, было что-то? Да нет. Мехмед просто сказал, что в сад пойдет, а уехал с Ибрагимом Пашой. Ну, а мы не знали. И забеспокоились. Ладно, Мехримах, иди к себе. Я, пожалуй, отдохну немного. Ибрагим Паша над нами зло пошутил. Он меня сломать решил, и ему это удалось. Убил, не всаживая нож в сердце. Госпожа, ну как же это понимать? И кафтан Шахзаде, который мы там нашли. И с перчимом огонь, вон что. Паша ему другой кафтан подарил. А затеял это, чтобы проучить меня. О, Аллах, защити моих детей. Убереги их от горя и страданий. Султан Сулейман хан Хазретлири! Хюрем. Что с тобой? Почему ты плачешь? Сулейман, не отправляй в Санджак Мехмеда. Умоляю тебя, мне очень страшно. Мы уже говорили об этом.
Садись. Сулейман, мне приснился сон. Такой страшный. Как будто я потеряла сына. Ищу его, ищу всюду. И нигде не могу найти его. Это так ужасно. И вдруг я возле пропасти оказалась. И там кафтан увидела. Кафтан Мехмеда. Никакого дурного знака тут нет. Выбрось ты этот сон из головы, Хюрем. Наш сын уже взрослый, Шехзаде. Его берегут, как зеницу ока. И занимается с ним Ибрагим. Он подготовит его к службе. Меня это и тревожит, Сулейман. Ты же знаешь, Ибрагим Паша очень любит Шехзаде Мустафу. Он с детства учил его. И никогда он не станет сам готовить Мустафе соперника. Хюрем. Он взялся за это, чтобы избавиться от меня и Мехмеда. Ему надо, чтобы мы уехали. Только я одна вижу эту опасность, но меня не слушают, не верят мне, Сулейман. Запомни, пока я жив, дорогая. Ни тебя, ни Мехмеда никто не обидит. Вам нечего бояться.